Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня как только и начало июля, но уже скоро август. И в этом видео мы хотим уделить внимание августу и поговорить о знаках зодиака, у которых август начнется с белой полосы. Какие же знаки зодиака будут получать наслаждение от жизни? Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Астрора, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация будет полезна и важна. Итак, какие же знаки зодиака будут получать наслаждение и радость от жизни в августе 2021 года? Вы знаете, многие люди наслаждаются этим периодом, посещают озера, ездят на моря, путешествуют, смотрят мир. И каждому из нас хочется, конечно же, проводить это время летнее в свое удовольствие, общаться с семьей, с друзьями, получать какие-то новые впечатления, эмоции. И август – это месяц, который прекрасен сам по себе. И с этим трудно достаточно поспорить. Но август именно 2021 года будет просто великолепен для некоторых знаков зодиака. Кто же эти счастливчики, у которых август начнется с белой полосы? И первый знак зодиака – это рак. Уважаемые раки, энергии у вас будет очень-преочень много. Вы будете с удовольствием тратить эту энергию, вот именно эту позитивную, радостную энергию на активный отдых и на развлечения. И это правильно, потому что вы заслуживаете действительно этого. Но, пожалуйста, не забывайте, уважаемые раки, и поразмышлять о своих проблемах, вспомнить, кем они являются и какие у них есть желания. Обязательно в августе, уважаемые раки, поработайте и над своей интуицией, потому что все эти действия позволят вам стать только сильнее и увереннее уже к концу августа 2021 года. Уважаемые раки, постарайтесь в августе не стремиться кардинально что-то изменить в своей жизни. Отдайтесь интуиции, и она вам даст, знаете, вот советы, даст определенные знаки, по которым вам нужно будет дальше двигаться и идти. И именно август у вас будет, знаете, вот перезагрузка будет в вашей жизни. Вы увидите и поймете, что вам нужно изменить, к чему вам нужно идти, что вам нужно делать. При этом это коснется не только какой-то определенной сферы, но это будет и в сфере работы, и в сфере, связанной с деньгами, с личной вашей жизнью. Поэтому август, вот июль вы, если вы смотрите это в июле видео, то в августе, в июле постарайтесь вот по максимуму закрыть все свои вопросы, а вот что не получится закрыть, доделать, сделать, оставляйте уже на сентябрь. И вот за август вы увидите, как ваша жизнь сможет кардинально измениться, и как снежным комом она потянет и в решении тех или иных вопросов. Следующий знак зодиака, который будет получать наслаждение от жизни, и его ожидает белая полоса, это знак зодиака Скорпион. Уважаемые скорпионы, пожалуйста, свои границы обязательно проверяйте в августе, потому что вы обязательно должны проанализировать происходящее и избавиться от того, что перестало быть для вас действительно актуальным и нужным в вашей жизни. Пожалуйста, не жалейте ни о чем, потому что именно август подарит вам азарт, подарит вам вдохновение и сделает вас, знаете, вот несколько вот легкомысленными. Скорпионы смогут не только от старого избавиться в августе, но и вы сможете, уважаемые скорпионы, пустить в свою жизнь что-то новое, что разнообразит вашу жизнь и сделает ее намного интереснее и яркой. Поэтому, скорпионы, пожалуйста, не зацикливайтесь, а стремитесь к чему-то новому. Если у вас в августе стоит вопрос ремонта, займитесь ремонтом. Если у вас стоял вопрос касательно поменять работу,
Не спешите, отправьте просто резюме, но не спешите звонить и спрашивать у своего работодателя потенциально, ну что там, посмотрели мое резюме, какие выводы, ответы. Не спешите, оставьте на сентябрь, но время от времени отправляйте, например, резюме. Если касательно вашего здоровья, уважаемые скорпионы, то тогда уделите внимание своему здоровью, то есть просто возьмите, сдайте анализы, попейте, например, каких-то витаминов, которые вы обычно, например, раньше пили в октябре, в ноябре, сейчас лучше это сделать для того, чтобы укрепить свой организм. Уважаемые скорпионы, также в августе побольше бывайте на солнышке, но не на раскаленном солнце, а то солнце, которое такое миролюбивое, доброе, которое бывает ранним утром или уже ближе, к вечеру, потому что вам это нужно было для здоровья. И следующий, друзья, знак зодиака, у которого август начнется с белой полосы, и этот знак зодиака получит наслаждение от жизни, это у нас рыбы. Уважаемые рыбы, за все дела, за которые вы возьметесь именно в августе, вы сможете с ними легко справиться. При этом вначале, когда вы будете браться за то или иное дело, вы в какой-то степени даже опустите руки, потому что вы испугаетесь и решите, что это вам не по силам. Но это именно поднимет вам настроение и именно желание двигаться. Вы получите даже в августе возможность встретиться со своими какими-то давними товарищами, друзьями и повеселиться в их компании. Если вам позвонят, уважаемые рыбы, предложат встретиться ваши еще одногруппники или с теми, с кем вы учились в школе когда-то, обязательно встречайтесь, обязательно общайтесь, потому что это привнесет в вашу жизнь что-то новое, новое веяние, потому что все-таки, конечно, мы расходимся в тех, кто когда-то когда-либо учились, но когда мы сходимся, начинаем встречаться и общаться, мы можем познать что-то новое для себя, узнать что-то новое, потому что каждый из нас работает в какой-то компании, имеет какие-то определенные связи, знания. Поэтому, уважаемые рыбы, идите на встречи, отдыхайте, веселитесь. И, уважаемые рыбы, дайте себе полную свободу в августе. И если вы любите творчество, то посвятите себя обязательно творчеству, потому что когда вы занимаетесь творчеством, вы становитесь самыми счастливыми людьми на свете. И это не громкие слова. В творчестве вы растворяетесь, вы получаете удовольствие и кайфуете. Поэтому, уважаемые рыбы, уделите этому внимание. Итак, уважаемые знаки зодиака, вообще все знаки зодиака, в августе вы будете в прекрасном настроении. И даже кого мы не озвучили в этом видео, не расстраивайтесь, потому что вы также можете изменить свою жизнь, наладить свою жизнь и привлечь не только какие-то позитивные изменения, но и то, что будет радовать вас. Да, для этого вам придется приложить усилия, потому что звезды, к сожалению, не на вашей стороне. Но мы с вами живем. Мы с вами оптимисты, мы с вами живем только на позитивной нотке, поэтому давайте верить в то, что у нас с вами все получится.